Привет всем поклонникам игр прошлого. Продолжаем заниматься воспоминаниями. Вы слышите Лёшу Халецкого, и сегодня я вам расскажу о серии «Аллоды». Наряду с вангерами, о которых я уже рассказывал в позапрошлом выпуске, «Аллоды» сформировали российский игропром. Они даже вышли практически одновременно, тоже в 1998 году, но «Аллоды» чуть пораньше, в начале года. Правда, и судьба их разная. Мир «Аллодов» разросся и до сих пор можно считать живым. Ну, потому что хотя бы функционирует «Аллоды» онлайн. Но я буду большей частью рассказывать про «Аллоды. Печать тайны», первую игру в серии, потому что именно она меня поразила, в нее я наиграл очень много часов в свое время, и именно о ней я в первую очередь вспоминаю, когда говорят слово «Аллоды». Да, кстати, справка из советского энциклопедического словаря. «Аллоды» — франкское «Аллодис» от «ал» — полный и «од» — владение, свободно отчуждаемая индивидуально-семейная земельная собственность, позднее зависимые крестьянские содержания. В случае же игры на некой планете произошел катаклизм, в нее врезалась комета. Но так как это мир фэнтезийный, то все живое на планете не погибло, а она разделилась на куски, которые плавают в эфире. Эти куски называются аллоды. Между ними можно путешествовать только телепортацией, во всяком случае так нам именно в первой части и показывают. Потом в аллодах онлайн, например, между ними можно на кораблях летать. Но смысл в том, что вот планета разделена вот на такие двумерные куски. Некоторые из них объединены в империю, но мы начинаем свои приключения на Аллоде Умойр, который не принадлежит ни одной империи, но покрыт завесой некой великой тайны, потому что все, кто туда телепортируются, не возвращаются. И вот власти могущественной империи Кани засылают на Умойр 4 агентов, и в начале игры вы выбираете одного из них, за кого будете играть, и они должны разобраться, что происходит на Умойре. Однако при телепортации эта четверка оказывается разбросана по всему Аллоду, и одна из задач вновь объединиться в одну команду. По геймплею сразу видно, что создатели вдохновлялись популярными на тот момент первым Diablo и Ultimate Online. И вообще, я где-то читал, что изначально Аллоды должны были быть массовой многопользовательской игрой. Но так как в наших странах тогда были большие проблемы с интернетом, откровенно говоря, они есть и до сих пор, то постепенно концепция игры поменялась от многопользовательской онлайн-РПГ к смеси ролевой игры с элементами стратегии, и самое главное, она стала однопользовательской, на одного игрока. Хотя сетевой режим в игре остался, и он очень даже неплохой. В принципе, суть игры довольно проста и незамысловата даже по тем временам. Вы, находясь в городе, получаете задания, ну, сами выбираете, какие из них исполнять, хотя на самом деле можно все выполнить по очереди, и вас перекидывает на какую-то оригинальную карту, где вы это задание выполняете. На карте еще могут быть всякие побочные квесты, кого-нибудь спасти, кому-нибудь помочь, и вот так постоянно. Но, тем не менее, этот игровой процесс и тогда затягивал, и даже сегодня. Вот я, готовясь к этому видео, начал играть и получил большое удовольствие. Во-первых, естественно, помогает погрузиться в игру оригинальный мир и занимательный сюжет, что тем более удивительно, потому что вроде как никаких специально нанятых писателей, литераторов сюжет не придумывали. И где-то я читал, что мир и сценарий «Печати тайны» сочинила жена коммерческого директора компании Нивал, в общем-то, разработчиков «Аллодов». Да блин, я пошел просто сейчас титры игры проверил. Действительно, сценарист Анна Клименкова, более того, именно она и придумала это название «Аллоды». Так что это маленькая команда единомышленников, которая на съемной квартире создавала первые «Аллоды», была очень даже талантливой. Стоит и Елену Рычкову отметить, главного художника игры, потому что все персонажи, все монстры, хоть они и в 2D были, но
и перерендерены в 3D. И вот этот арт игры не просто добавлял к атмосфере еще много-много плюсов, но и пошел дальше. То есть мир, придуманный для первых Аллодов, был настолько жирный, вот, мясистый, что без проблем генерировал идеи и для следующих инкарнаций Аллодов, и для Проклятых земель, и для Аллодов онлайн, и так далее, и так далее. Но самым главным, естественно, оказалась боевая система, потому что в отличие от того же Диабло, Аллоды не только заставляли ерзать мышкой, истерично кликать по ней, но и немного думать головой, потому что тактики тут было довольно много. Тут влиял рельеф, тут влияло, несмотря на то, что игра как бы выглядит двухмерной, но на самом деле рельеф имеет значение, влияло на то, с какой стороны вы атакуете, так как у вас под вашим управлением один персонаж только в самом-самом начале, а потом вам все больше и больше персонажей дается, то вам надо было их правильно расставлять, правильно нападать, тем более, что персонажи разные. Два мага и два воина. Причем воины и с ближним боем, и с дальним, с луком в руках. И вот это все вкупе затягивало неимоверно. Довольно простые решения, которые талантливо поданы и соединены вместе. Я для примера вот из чего-то современного, мне сразу вспоминаются чемпионы Антерии, которые вышли в последнее лето. Там примерно та же идея. У вас есть своя база, ну, правда, в Аллодах вы ее не отстраивали, вы просто приходили в город, в данном случае столицу Аллода Умойр Плагат, там закупались оружием, что-то продавали, получали квесты. В чемпионах Антерии вы еще эту базу отстраиваете. Но идея та же, вы там потом попадаете на другую карту, где убиваете соперников, вы выполняете какие-то мини-квесты. Так вот, в чемпионов Антерии играть скучно. Игра 2016 года, и там скучно. А запускаешь Аллоды 98 года, и тебе в них интересно. Ну, понятно, возможно, нынешнему поколению уже графика кажется страшноватой, но игровой процесс продолжает быть на уровне. Вот это прям удивительно. Пользуйтесь 2GIS для выбора товаров и услуг. Аптеки, магазины, маршруты и другая детальная информация о городе. Подробнее на сайте 2GIS.ru. 2GIS, если быть точным. А еще удивительно для того времени, что Аллоды не только окупились, но и заработали неплохо денег. Поколению помладше я объясню ситуацию. Аллоды вышли в 98 году. Вышли в коробочном издании. Тогда еще не придумали, ну или не догадались продавать игры в джуэлбоксах, просто диски подешевле. Все игры лицензионно продавались только коробочно. И, ну, стоили солидных денег. Долларов 30, наверное, так точно. Даже сегодня это большие деньги. А для 98 года это очень много было. И тем не менее, кроме того, я еще отмечу, что на Западе Аллоды не очень хорошо продались, а в России окупились, в не очень богатой в то время России окупились и, по-моему, оказались первым российским проектом, который принес финансовую прибыль чисто внутри страны и показал, что разработчикам игр можно ориентироваться на внутренний рынок. Мало кто обращает внимание на вот этот факт, но Аллоды очень сильно повлияли на развитие российского игропрома. Честно скажу, у меня были не лицензионные Аллоды. До Минска тогда просто вообще ничего лицензионное не доходило. Наверное, только в 2000-х годах, когда вот эти джуэлбоксы появились, что-то стали привозить и, возможно, стало покупать лицензионные игры. Так что и в первые Аллоды, и во вторые я играл на пиратских дисках. А вот Проклятые земли у меня уже были лицензионные. Примерно через год или полтора вышли Аллоды 2 Повелитель душ. Ну, здесь цифра 2 это на самом деле, конечно, такой небольшой обман. Я бы Повелитель душ считал скорее аддоном, потому что тот же движок, практически тот же арт. Разница только в том, что мы переносимся на другой Аллод. Вместо Умойра приключения находят нас на Аллоде Язос, и он такой в стиле Ближнего Востока сделан. Собственно, только перерисован город, чуть больше песка на картах, и указатели все в виде
костлявой руки. Ну, понятно, что мы будем бороться с некромантами. А так, игровой процесс все то же самое. Игровая механика абсолютно та же самая, просто немного переделанной. Игра, доведенная, я бы даже сказал, до ума, потому что первые Алоды все-таки страдали всякими багами и несуразностями. Немного разнообразили миссии, как всегда добавили всяких свистелок и пуколок. Тем не менее, народ радостно купил и вторые Алоды, оно того стоило, потому что хотелось опять окунуться вот в эту атмосферу. И именно на вторых Алодах до сих пор многие люди играют в мультиплеер, что удивительно, по прошествии сколько, 18 лет. Но понятно, что надо было как-то развиваться дальше. И развитием стала игра «Проклятые земли». Теперь в названии отсутствовало слово «Аллоды», но это все из-за того, что поменялся издатель. До этого «Аллоды» выпускала «Бука», а «Проклятые земли» уже издавал 1С, или издавала. А права на слово «Аллоды» остались у «Буки». Но мир остался тем же. Другое дело, что очень сильно изменилась сама игра. Во-первых, она стала трехмерная, а во-вторых, вся игровая механика абсолютно изменилась. Если раньше это была такая ролевая игра со смесью стратегии, то теперь это стал скорее такой стелс-экшен. И вот лично меня это расстроило, я помню. Я прошел «Проклятые земли», но для меня, по ощущениям, это была совершенно другая игра, которую с прошлыми объединяло только название, и все. И хоть я и люблю стелс-экшен, как ни странно, вот кто смотрел мое видео по Mankind Divided, да я и часто игру Зив упоминаю, но от «Проклятых земель» я ожидал чего-то другого. Я все-таки хотел той ролевой стратегической игры, какими были первые и вторые Аллоды. Поэтому у меня к «Проклятым землям» отношение несколько негативное. Она тоже была классной игрой. Во-первых, у Невала получился отличный 3D-движок, как ни странно. Вот для того времени прям офигительно было. Сам геймплей тоже был продуман, и он был сложен и интересен. И на многих картах очень сильно приходилось думать, как ее пройти. А так как это такой стелс-экшен был, то в основном карты проходились ползком. Там реально надо было ползать на животе, чтобы тебя не заметили. И чем-то это даже Commandos напоминало, тоже, если кто помнит, игра того времени. Но, повторюсь, игровая механика была полностью заново переработана и сделана абсолютно не похожей на первые две игры. Все было придумано заново. Из особо оригинальных идей хочу отметить конструктор предметов и заклинаний. Использование разного оружия накладывал на вас обязательства и по-разному играть. Я помню, что я, по-моему, прокачивал копье на то, чтобы бить в голову. У меня такой был парень, пробивающий голову копьем. Кажется, я даже с одного удара практически всех своих соперников убивал. Ну, как так у меня вспоминается, потому что я вот играл давно, и сейчас мне не захотелось «Проклятые земли» переиграть. А вот «Аллоды. Печать тайны» я с удовольствием запустил заново. Кроме того, в «Проклятых землях» было три разных «Аллода» со своей... с разным климатом, с разными соперниками, противниками. В общем, тоже была замечательная игра. К ней даже выпущено несколько фанатских модификаций тоже. Ну, для любой хорошей игры фанаты обязательно что-нибудь придумывают, потому что она вдохновляет на творчество. Ты ее прошел вдоль и поперек, хочется чего-то нового. Вот и к «Аллодам» тоже много фанатских модов выпущено, которые можно считать не просто там аддонами или дополнениями, но и отдельными играми. Ну и в конце стоит упомянуть «Аллоды онлайн». Это, конечно, уже самая неинтересная, по-моему, часть, потому что скорее про то, как паразитируют на любимом мире, как на нем зарабатывают просто деньги. Хотя, наверное, среди моих зрителей есть те, кто играл довольно упорно в «Аллоды онлайн». Они могут с нами поделиться своими впечатлениями в комментариях, но «Аллоды онлайн» были сделаны на волне популярности World of Warcraft, получились такой скорее подделкой с национальным колоритом, чем по мотивам оригинальных «Аллодов». И вначале вроде даже как-то, ну, получалось нормально, но затем Невал стал заниматься другими проектами, отдал кому-то на откуп «Аллоды онлайн», и в итоге игра превратилась просто в выкачивание денег, какой-то там бешеный донат на любое действие, так что даже не хочется
просто об этом рассказывать. Для меня настоящие Алоды и вот мое воспоминание детства как отличная игра из прошлого — это Алоды Печать Тайны и Алоды 2 Повелитель Душ. И, кстати, всем современным игрокам рекомендую обратить внимание и попробовать, особенно если вы фанат Диабло и ролевых игр с элементами стратегии. Ну а на этом все. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Меня зовут Алексей Халецкий, и я тот классный парень, который сделал для вас это видео. Поэтому не забудьте поставить лайк и поделитесь им с друзьями и знакомыми. Таким образом, мое творчество распространится, и о нем узнают другие люди. Ну а сейчас вокруг меня где-то вот тут вот появляются ссылки на другие мои видео, которые я вам рекомендую посмотреть. Кликайте прямо на превьюшку и перейдете к ним. А на этом все. Спасибо и до следующих встреч.